да. Ну, я так, не в самой шахте, но связан с ней. И наверху, и шахта есть же. Вот этот ствол, который уходит в землю, километр глубиной. И вот опускать людей, вот это вот я обслуживаю, руду доставать оттуда. Да, да, да. И вот катаешься, раньше высоты боялся, а как пошел на работу, так, ну, понимаешь, что подо мной километр пропасть, ну, стоишь ты, да, там, ремнем пристегнулся этим, ну, да, просто об этом не думаешь, да, тут... Человек ко всему привыкает. Да. К сожалению или к счастью, да, адаптивные существа. Эти потоки никогда как слоями идут такими? Или больше как столбами? Столбами, да. Спиралями. Завихрение. Почему мы вращаемся? Потому что спирали так и поднимаются. Главное поймать. Бывает, что ты в него залетел, начинаешь вращаться, раз и выскочил. Его же не видно, надо почистить. Это арка дружбы народов. Как всегда ветер, да? Да, практически да. Ну, бывает, что везет, но это редко там. Эльбрус. Это Россия. Россия. Ну, рядом, но уже.
мой друг в августе восходил на эти грузы. Да. Восходил на Эльбрус. О, серьезно. Эту гору легче покорять, Эльбрус сложнее. Ехали, сокола видели. Да? Постепенно будем назад двигаться. Выбрались повыше. Есть возможность. Так. По факту, чем дольше мы летаем, тем выше мы летаем. Нам нужно время, чтобы набрать. Ну да. Так, это раз, это два. Поздравления. Спасибо. Полет состоялся, все живы, здоровы, да. И довольны, да? Все, порядок. Счастливо.